Ну, только отвлекать. Только отвлекать можно. Да, потрогал за лапку, а низ спускаться начинает. Соня. Давай, что там такое? А тут он на сушке. Люся, ты муху поймала, что ли? Ой, ой. Поймала муху. Решаемся. Муху? Ну что-то поймала. О, какого-то большого на комарах он поймала, что ли? Все, просекла вкус насекомых, да? Так, улитки сделали свое дело. Отвлекаемся. Все вручную, поэтому извините, если трясется иногда. Тик-тик-тик-тик-тик, давайте спускаемся. Спускаемся, смотри, что творится. Вождь краснокожий сидит, что ли? Отданные снизу. Тебе поклоняются, что ли? Ручки целуют. Погнала. Снимать с канатом, смотри, полезла. Вязать на сушат собралась кучками, да? Не, я думаю, она это, знаешь, прыгать. Тарзанка? Да. Это сообразит. Смотри, опа, я тебе говорю. Выброжуха. Люся. Ну, играет ребенок. Замоталась у ты. Сейчас только призумишь, она раз, и уже возле тебя. Надо отзумливать. Ой, яблочко на сухой палочке. Ух ты! Я, кто-то накидал таких маленьких. Но ты палку не заберешь, держи яблочко. О! Отлично! Где-то это, а вон они валяются, видишь? Я еще раз собирала. Смотри, так еще это поднимает. Вилочка такая получилась. Угу. Ой, кушай. Люся, будешь еще яблочко? Я думаю, будет. Достанем на селфи-палочку яблочко. Да? Сейчас еще одно было там. Маленькое. Солнце. Люся села, а солнце мне прямо в камеру. Сейчас сделаем финт ушами. Вот так. Вон яблочко. Тебе дают яблочко. Смотрите, доставочка какая. Упала. Дырявая палочка. Ну, это яблочко такое. Не... того калибра, так сказать. Размерчик другой, да? Да, но... Сейчас. Там и бублик он какой-то. Люся так смотрит, какая. Ты достанешь яблоко или нет? Достану, сейчас, погоди. У меня уже не селфи-палка, а копалка такая. Копалка. О. Опа! Теперь надо салфетками вытирать, потому что в земле ковырялась. Ушла. Куда ты уходишь, Люсенька? Ушла, отвернулась. Думаешь, что сухи заберут? Так, ты сушок. Пекай. Так. Вас много. Ой, Люся, прямо ты... это. Разошлась. Бублик, говорит, давай бублик. Бублик под... бросила. Петух, уйди. Бублик, не петуху. Бублик. Давай, бублик. О. Опа. Понюхала такая. Ну, норм, сойдет. Нормально?
Ой, сойдет. Бараны. Так, кто будет из баранов? Так, Соня у нее затурала. О, Люся, смотри. Так, Люся, не это самое. Телефон, он как бы дорог мне. И не только как память. Не говори вообще. Столько всего пропасть может. Только успеваешь. И тут снизу охотятся, понимаешь? Люся тоже ручки тянет. Чё творят? Чё творят? Да? Да, кого-то, кстати, в комментариях у нас покорёжило. Прям так от слова банда. Да? Просто нас там... Да. Распяли? Упустила, да. Я, извините, отвлеклась на Татьяну. Так пристыдили прямо. Да нас за что только не стыдят. Боже, особенно за то, что мы шокаем. Да, и гакаем вообще. И мы не знаем ни русского языка, ни русской речи, ни грамматики, ни орфографии, ничего вообще. Тупые, необразованные. Если вам от этого легче, то и акцент у нас такой. Да? А что делать? Не говори, а что? Так вообще разговаривает вся Южная Россия. Ничего вам Краснодарский край поперек горла не становится? Не жмет, походу. Только вот, к нам предъявят. Что за люди? Что за люди? Да, вот это. У своем глазу бревна не видят. Банда, на сок уходите. Люся, что ты ее там зажала, малышка? Ага, смотри прям, смотри. Люся, ты до нее это доколупалась, откровенно зря. Она уже пищит. Нет, я к тебе близко, вот это вот, пока у тебя свободные руки. Смотри, она ее спиной прижимает. Васенька, ты там в углу чего сидишь? Повернулась, куснула ее за хвост. Зубы-то у вас есть? Ага, и норм. Соня, а ты что, ручку вытянула? Задумалась, Соня, вроде нет. Хулиганка, Люська, а конкретно вот на сушенка этого, где лежала, да? Да. О боже. Там Влад идет. Все понятно, папа идет. Да, вот яблоко принес. Люся и прибежала, все понятно. И она там далеко. Конечно, она и опять, ей еще яблоко, но Влад пока не успевает. Эти все, смотри, поразбегались вообще. Наверху, на деревьях. Где? Кто там? Ой, вот. А нет, Люся. Она все забрала. Ну, и куда делась? И убежала в домик, походу. Она в домик, она все яблоки у Влада забрала. И руками, и ногами забирала. А наверху нет? Нет, там на смехе. Она забрала все. Смотри, носки. Не дают мне. Она забрала все яблоки. Появилась. На них апартаменты. Пришел, посмотрел. Он на слухи начинает подтягиваться. Как подтянулись, так и вы. Как подтянулись, так и оттянулись. Сейчас она выйдет.
прошло 2 часа. Так вот же она. Так она не в домике была. Нет, вот ты. Да вот она с насухами вместе. Да мне тут солнце светит, я ничего не вижу. С насухами она вместе. Ждем мы ее в домике, ага. Мы ее в домике ждем. Да вот она вот здесь. Вон нас, вон полезла. Вот. Вот она, видишь? А, она сюда заскочила. Она сюда заскочила, а нам видно не было. Да, Люсьена, что жует? Это барышня. Что-то жует. Опять солнце. Ой, ему ничего не видно. Ладно, пойдем, придем потом.